Десятки морских львов вышли на улицы аргентинского города Мар-дель-Плата. Одни забрались в портовые сооружения, другие предпочли расслабиться и позагорать. Некоторые местные жители решили сделать фото с непрошенными гостями. Согласно сообщениям местных властей, необычное вторжение вызвано низкими температурами в это время года. Животные ищут менее ветреные места, чтобы отдохнуть и согреться. Кроме того, морские львы пытаются закрепиться в этом районе после снижения рыбной ловли, активность которой была снижена в период пандемии COVID-19.